И к другим новостям. Крупное ДТП произошло в Карабудахкенском районе. Накануне вечером на 14-м километре автодороги Манас-Сергакала дорожно-транспортное происшествие унесло жизни трех людей. Авария произошла по вине водителя автомобиля «Лада Приора». Он, следуя в направлении поселка Манас, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Тойота Камри». Четверо пострадавших в результате случившегося доставлены в центральную районную больницу села Карабудахкент. Подробности происшествия устанавливаются, передает МВД по Республике Дагестан.